В Юргу до 11 августа ведется прием согласия на зачисление. Как отмечают в университете, согласие можно подать только в один вуз. В этом году Юргу предоставляет более 3100 бюджетных мест по всем направлениям обучения – бакалавриату, специалитету и магистратуре. Для того, чтобы подать согласие, нужно зайти в личный кабинет. В открывшемся меню выбрать пункт «Согласие на зачисление», затем скачать бланк и заполнить его. Последний пункт – загрузить документ в систему и подтвердить изменения. Для того, чтобы вот поступить и стать студентом вуза, и нашего, и любого другого, да, этапы следующие – это подача заявления, раз, да, это сдача экзаменов, если они нужны, и это подача согласия на зачисление. В этом документе абитуриент говорит, что он хочет поступить, ну, вот конкретно в Южноуральский государственный университет, что он это согласие подал только в один вуз, ну и гарантирует предоставление оригинала своего аттестата или диплома в течение первого года обучения. Угу. То есть вот без этого документа ни мы, ни другие вузы абитуриента не зачислят. Отметим, что на контрактное обучение набор продлится до 30 августа, поэтому консультационный центр продолжает свою работу. Напомним, что он находится по адресу проспект Ленина, 85. Будущих абитуриентов принимают в будни с 9 до 5 и выходные с 9 до часу дня.